помер. Вот так пусть полежит. Сейчас я скажу. Когда был первый обстрел, он сказал: я не верю, что война опять началась. А когда на кровати подпрыгнул, тогда дочка пришла, он говорит: да, говорит, точно война началась. И все, через время его не стало. Люди в подвалах сидят. Дом, район очень обстреляли, воронки страшенные. Машины все сгоревшие во дворе. Возле костра людей тоже поубивало. С собаками, которые гуляли, тоже осколочные все.